На кольцевой трассе Рижского парка культуры и отдыха проводились международные мотогонки «Прибалтика». Лучшие мастера мотоциклетного спорта Советского Союза, Польши, Чехословакии, Финляндии и Румынии боролись за первенство в этом состязании. В классе машин до 350 кубических сантиметров острая борьба разыгралась между московскими гонщиками Севастьяновым номер один и Пылаевым номер два. Но что это? У машины Севастьянова заглох мотор. Соперник, конечно, воспользовался этим. Пылаев обходит его и завоевывает победу.